Приветствую вас всех, дорогие мои подписчики и зрители канала. Меня зовут Дмитрий, и сегодня мы с вами возвращаемся на поле боя World of Warcraft. У нас на повестке дня сегодня Око Бури, патч 5.4, но радикальных изменений пока мы тут не увидим. По крайней мере, не в одежде. В талантах у нас поменялись некоторые, так сказать, шняги. Главное, у нас теперь надо наложить всего 4 раза яд паралитический для того, чтобы застанить противника. Потом у нас решимость ликвидатора, по-моему, уменьшили. Сейчас я найду эту штуку, не пропустить бы ее. Так уж вышло, что от нее урон посчитали чересчур сильным и решили все-таки уменьшить на 5%. Был 30, видите, сейчас 25. Также добавили всем базовую устойчивость в размере 75%, а также сверху дали от двух жетонов PvP-шных устойчивость 2600. Как вы видите, изменения не прям такие радикальные, но я думаю, все остальное сейчас мы увидим с вами в бою. То есть по номиналу, что изменилось, что нет. Помнится, говорили, что у охотников уберут два обновления, то есть у них так же, как и раньше, останется сброс КД отражения, но все остальные бурсты они уже по второму разу прожать, как я понял, не смогут. Это, я вам скажу, очень-очень круто. По крайней мере, раньше команда пук даже из двух охотников более-менее одетых могли тупо вызвать весь свой выводок в БМ и поражать одного человека точно, при этом простояв 5 секунд в детеренсе, ну, в отражении, в общем. Это очень бесило когда-то. Сейчас, я думаю, будет немного проще. Даже я с охотником, кстати, за 10 боев взял 1600 или 1550, не помню точно уже, давно было. Тем более мы шли так, чисто для проформы, отыграть и забыть. Так, у нас есть герой. Кто это? Дайте мне его. Не уйди только вон из них, спрячься. Надеюсь, он повернул. Ладно, хрен с ним. Я бы на его месте вернулся, как увидел, что вот так бегут. Давайте лучше захватим их точку. Так, надо, чтобы кто-то придержал монаха. Я точку кину, конечно, но... Так, сейчас должны его... Все. Прожали. Похилимся. В общем-то... Пока все как-то даже очень неплохо вроде пошло, но при этом очень быстро потеряли точку. Все, до свидания. Надо там парням помочь, причем срочно. Я так понимаю. Да, тут проблемы большие, сами видите. Происходит черти что. Ну, парни, что же вы делаете? Так, хила никто не держит, да? Я хила держу. Целили, это не хил вообще. А вот это... Ах вы гады. Ах, убили. Слишком долго. Ребят.
Идиотомания некоторые присутствуют все-таки у наших ребят. По крайней мере, по первому взгляду, сами видите. Так, по урону наши доминируют, но это очень шаткий такой сейчас, так сказать, эффект. Очень легко может сейчас сбиться. Просто тем, что... Так, уберем, забираем точку. Мы должны здесь остаться, Вар. Не вздумай никуда сваливать отсюда. Так, там может Хан треснуться, кстати. Так, у наших не очень с мозгами, ну ладно, в принципе, чего тут ожидать-то? Смотрим по старинке. Так, у них 2 хила, у нас, в принципе, а у них 3 хила, у нас тоже 2 хила при этом. В остальном урон у наших круче, ну и дальше по стандарту. Ничего нового, ничего старого, ребята. Надо обновить. 3 часа. Прикольно. Кстати, яда у меня нет. Думаю, что-то не так. Как-то он с меня спустился. Так, стан. Второй стан. А вот так не хочешь? Ну вот, маг вот так и умирают. Очень смелые маги, хотя еще много, хотя еще и людей. Вар в танке, он, конечно, кстати, может очень долго жить и при этом хорошо таскать флаги, но при этом у него проблемы как раз с уроном. Варом вроде как бы убрали сменность стоек, то есть не надо рвать себе одно место для того, чтобы хоть что-то сделать. Писать кучу макросов и тому подобное. Так, готов. Думаю, сами справятся, в принципе. Но все же. Так, у кого там флаг? Хорошо, иди сюда. Ребят, хива, валите хива. Ну, и дрить ваше налево. Круг мира. Этого обезоружим.
Так, хорошо бы мне в инвиз уйти, я бы был тогда счастлив. Но вряд ли мне дадут такую. Давай, 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 дай мне в инвиз уйти. А вот это была миссия. И все. Не очень-то как-то рогушка. Посмеяться над тобой, что ли? Так, ладно, он в инвиз попытается уйти. Так, мне надо вон того. Вот этого двинуть. А, блин. Извиняйте. С хилом это не прокатит, конечно. Плохо. Это плохо. Ой, какие у нас там адекваты. Просто руки у кого-то из жопы, поэтому вас и нагибают. Ну это как два пальца об асфальт, как говорится. Ну вот куда ты флаг твою налево несешь? Ну и неси. Там какие-то раки. Тут какие-то раки, как я тут есть? А, блин, блин, ладно. Не могу вспомнить про Жириновского. Вспомнилось, поэтому я так. Там раки, тут раки. И здесь раки. Куда катится мир? Или что-то наподобие этого. Ну, довольно-таки известный мем интернетский, который при этом активно так эксплуатируется многими. Я буду таскать флаги. Не вижу смысла. Воевать, по крайней мере, пусть сами воюют. Что, как говорится, не давать про ребятам повоевать, когда им так хочется. А наше дело маленькое, принести флаг, а, унести флаг. Потом еще раз унести флаг, а потом еще раз принести его. Вон там уже эльфы все потеряют, а я буду ставить так флаг. Как говорится, хоть что-то будет. Сейчас посмотрим, может какой-нибудь разбойник откроется и будет брать флаг. Ох, идиоты. Драться надо на вышке. Не можете драться на вышке, ну и... Не неси туда флаг. Как говорится, сокращай путь, ну... Вот здесь вот, вот сюда беги. Далеко собрался. Ха-ха-ха-ха. Все, до свидания. А что вы там рогу не можете убить уже? Или монаха? Вот так. Я не буду ничего тратить, чтобы слить. Ну, вы сами понимаете, смысла нету, наши его уделывают. Так, сейчас надо идти сюда. Не дать, главное, ему откидку сделать. Откинет, то хана. Вот так, встаем. Он откидывать собрался. Ой, ребята. Шо с мозгами?
Ну чё, берёт кто этот флаг? Бери. Пойду помогать Вару. Что ж тут делать? Я тут смотрю ему... А, ладно. Тогда идемте сюда. Там разбойник и у нас и приист. Убиваем. Все, лишаем их этой вышки. Наши там теряют тоже вышку. Все как всегда. Сейчас вот так, хоп. Это что за чудо было сейчас? Так, сейчас помогу. Очень тяжело, кстати, играть сейчас с новой клавиатурой. По крайней мере, пока что тяжело. Не могу привыкнуть к Razer клавиатурке. Как-то рука, знаете, настолько привыкла к старой за столько лет, сколько я пользовался своей старой милой клавиатурой, что пипец просто. Посмотрим, что у нас по статистике. Орда довольно быстро перехватила инициативу, по киллам, по крайней мере. Но я думаю, это за счет хила, в котором фактически все пофиг. Я нашего хила ни разу не видел, чтобы он меня, по крайней мере, прикрыл. Сами видите. Так, тут парня вроде не прессует же, да? Все нормально, значит. Тащи, Дека, тащи, родной, давай. Его не сапают, чё вы себе бежите по ним? Нас один АФКшит. Сообщим. Кстати, ребята, сейчас очень актуально ходить, как раньше, на БГ. Если до этого оставили чисто такую косметическую нам возможность ходить на поле боя, при этом мы получали один и тот же комплект одежды, только чуть-чуть разный практически, то сейчас у нас подняли уровень до 522 одежды возможной, но это все нужно покупать за ап. Естественно, теперь надо активно посещать БГ, арены, рейтинговые поля боя, ну или там что-нибудь еще. Те же квесты делать, по-моему, за ап остались на острове Грома, если не отменили. Как бы то ни было, благодарю вас всех за просмотр. До скорых встреч. Всем пока.